Семья Кувшиновых – одна из первых, кто начал вести свой бизнес в городе Благовещенске. Одно из их дел – это Кувшиновское подворье. Построили его в 1913 году. Кстати, на первом этаже видите большие окна. Там велась торговля, на втором этаже была гостиница, а на третьем этаже жили сами хозяева. Ну и их гости и родственники. Вот так. Такой себе торговый центр «Острова на минималках». Да, все есть, все сразу. Цены на номера были разные. Можно было поселиться как за 1 рубль, так и за 10 рублей. Между прочим, за эти деньги обещали настоящие европейские интерьеры. Для развлечения был бильярд, в номерах была ванна, а еще можно было вызвать за собой автомобиль, ну и отправиться куда-нибудь. Позже здесь был областной совет профессиональных союзов, а потом здание отдали государству. Сейчас оно, кстати, тоже ему принадлежит. Поэтому внутрь мы не пойдем. Очень жаль. Кстати, мало кто знает, что это тоже дореволюционное здание. Это был постоялый двор Марии Алексеевны Тарасовой. Что же это за здание такое? Сейчас вам буду рассказывать. Вообще, изначально здесь было всего 2 этажа. Полуподвальный первый и второй. Третий этаж настроили уже гораздо позже. Пусть эта гостиница не выглядела настолько шикарно, как здание напротив, но у нее было гораздо больше плюсов для тех, кто приезжал вот сюда, торговать на базар буквально за угол. Потому что здесь во дворе располагались конюшни и всякие разные постройки, куда можно было определить свой скот, своих лошадей и, в принципе, все, кого вы привозили продавать на этот базар. Вот так-то.